Всем привет! Сегодня мы будем готовить блюдо, которое можно тем, кто на чередовании, тем, кто на лестнице. И просто попробуйте, надеюсь, вам тоже понравится. Мне этот рецепт сегодня прислала моя сестра, за что ей огромное спасибо. Я с ней поделилась рецептом блинчиков, а она мне прислала рецепт вот такой пиццы. Причем это пицца без добавления муки. Спасибо, Галь. Что нам для этого надо? Куриная грудка. Здесь у меня 400 грамм. Творог 100 грамм. Если вы на Дюкане, берите нежирный, обезжиренный. Для фарша нам еще понадобится одно яйцо. И приправы. Это у меня будет черный перец, соль. И вот такая приправа, сванская соль. Это грузинская приправа. Я ее тоже буду добавлять. Это нам привезли вчера друзья. Жанна, Юра, спасибо большое. Это что касаемо основы. И дальше мы уже на саму эту пиццу будем укладывать овощи. Вот вы можете взять грибы, помидоры, там маринованный огурчик, еще что-то. Я сегодня буду добавлять помидор, лук белый, сладкий, сыр. Это такой полутвердый сыр у меня, что есть. И намазывать я буду смесью горчицы, йогурта и, наверное, я еще возьму перетертые помидоры или томат, что-нибудь вот томатное добавлю. Ну и так начнем. Первое, что нужно сделать, нужно перекрутить мясо. Не включено. Куриную грудку я перекрутила. Добавляю яйцо. Добавляю творог. Так, и вот это сванская соль, я попробовала, это соль, то есть она соленая, поэтому я добавлю только эту приправу и соль уже добавлять не буду. Вот, наверное, вот пол чайной ложечки я добавлю. Вы добавьте любые приправы, какие вы хотите. Ну, еще чуть-чуть, что-нибудь вот такое. Так, и теперь я, наверное, еще добавлю черный перец. Все это тщательно перемешиваем. И вы знаете, теперь для однородности мы это разобьем блендером все. Вот такой фарш получился. Теперь выкладываем на пергамент. Духовку мы разогреваем до 180 градусов. Вы ее можете включить заранее. И теперь вы формируете пиццу. То есть вы можете сделать круглую, можете сделать прямоугольную. В общем, чего душа пожелает. Я попробую сделать круглую. Она должна быть достаточно тонкая. Думаю, меньше сантиметра. Постарайтесь, чтобы она была равномерная по толщине. Будем считать, что это у меня получился круг. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 10-15. Вы там смотрите, чтобы она так схватилась. Прошло 15 минут, такая заготовка получилась. И сейчас мы сверху нанесем смазку, намазку, соус и помидоры с луком и с укропом, с сыром. Так, для соуса я возьму вот такую столовую ложку с горкой йогурта, чайную ложку томатный соус у меня здесь и пол чайной ложки горчицы. Горчица у меня острая, я в дижонскую добавила свою горчицу, вот та, которая ядреная. Вот, пол чайной ложки. Перемешиваем. Соль я добавлять не буду, потому что у меня соленый корж, у меня будет сыр. Такой, ну, он не очень соленый, но все равно соль свою имеет. И намазываем. Вы можете просто взять натуральный йогурт, нежирный, если вы не любите горчицу. Можете намазать перетертыми помидорами, томатным соусом. Теперь выкладываю лук. Лук, я напомню, что у меня сладкий, такой салатный. Вот я всегда, когда пиццу делаю, у меня начинки получается очень много. Теперь помидоры. Сверху я посыплю укроп. Можете петрушку использовать. Ну, если не любите зелень, не используйте. И сыр. Сыра у меня здесь примерно 30 грамм.
Все, отправляем в духовку еще на 10-15 минут. Вот такая пицца получилась. Так, мы сейчас ее разрежем и будем пробовать. Вот такая пицца в разрезе. Мы сейчас ее попробуем. Ребят, это на самом деле очень вкусно. Галя, большое тебе спасибо. Я тебя люблю. Рецепт потрясающий. Очень вкусно. Всем советую это приготовить. И у нас еще к пицце вот такой баклажан. Я его вчера приготовила. Мы его попробовали. Это вот второй. Сниму видео. Тоже получилось очень вкусно. Такое весеннее, летнее такое уже блюдо. Я всем рекомендую приготовить эту пиццу. Всем здоровья, худейте с удовольствием. Пока!